Первая игра скоро. В Чебоксарах завершается строительство регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Александра Кочетова. Готовность объекта вместе со специалистами оценила наша съемочная группа. Гладкий лед и звук лезвий коньков. Каток уже залит и готов к работе. Дочка Татьяны Кузиной, Василиса, занимается фигурным катанием. Она одна из первых оценила новую ледовую арену. Занимаемся уже 4 года. У нее 3-й юношеский разряд. Очень хорошо, что в республике открываются такие центры. Это плюс для детей, которые занимаются спортом или хотят только заниматься. Это дополнительная возможность в комфортных условиях заниматься. Будет более удобное расписание. Более 4000 квадратных метров. Зал, рассчитанный на 300 зрителей. Размер ледового поля 60 на 29 метров. Сейчас в центре хоккея идет внутренняя отделка и внешнее благоустройство территории. Уже совсем скоро круглогодичная арена примет желающих заниматься любимым видом спорта. У нас будет здесь слэдж-хоккей, это их будет база полностью здесь заниматься. Также будет заниматься женская команда, планируем. Естественно, «Сокол» будет заниматься, ну и ночная хоккейная лига, кадеты тоже будут заниматься. У нас 5 раздевалок предусмотрено. В каждой раздевалке предусмотрена душевая кабина, санузел предусмотрен. Также предусмотрено сушильное помещение. Так реализуется программа «Спорт. Норма жизни». Она одна из составляющих национального проекта «Демография». Стоимость строительства – 200 миллионов рублей. С учетом нынешней капризной погоды, когда сезонные границы размыты, трудно переоценить важность этого спортобъекта для жителей столицы. Она значима для жителей соседних домов, для Новоюжного района, которые, в общем-то, жители не имели возможности до настоящего времени заниматься фигурным катанием, хоккеем. И Новоюжный район, и весь город, и, соответственно, те, кто приезжает сюда, они уже непосредственно могут использовать этот объект. Это, конечно, здорово. Бассейн рядышком, соответственно, сейчас можно заниматься хоккеем. Я своих детей однозначно приведу именно сюда. В соответствии с контрактом, центр хоккея должен быть сдан в эксплуатацию 31 мая. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.